Так, меня достало. Терпят на 2.13.1 целый час. Я хочу что-нибудь починить. Бывает такое. Run, coward. Он уклонил флаг атаки. Try, mortal. Сейчас еще понял. Ой, он висит на кустовом. Taste Belphoron's power. Ну что за нафиг там? Надо поспать тут. Я хотел с ноги, опять не получается на вертушке ничего. Получилось с ноги. Не, ну это, конечно, весело. А может и не весело. Я сейчас только умру тут. Почему они хотят меня переходы. Ну, было весело. PvP, да, весело, но это PvP сервер. Вон он там стоит с дислайком. Орк. Mm-hmm.
Ладно, я притворился, конечно. Well met. Well met. Ну ладно, вроде ладен. На теле не вот на семье. Ладно, че, Игорь Петрович, должен был веселуху навести в этом городе. Вот здесь где-то начало его. Да знаю я все, но нельзя было терпеть, что ли. Че они меня не знают? Раз в полгода захожу, да конечно на сервера. Забывают, что не знают, сука, 77, что ли. Никого бы я не убил, и сам бы не умер, я убежал вовремя. Но если бы меня тот какой-нибудь смертельным заклинанием не унес, я бы в кругу улетел, потерял бы опыт. Ладно, уж расскажу. Теперь... О, ничего, я подскользнулся аж. Теперь после небольшого веселья. Давайте посмеемся, что ли. На самом деле, я добряк. Нельзя было пошутить, что ли. Надо же иногда разнообразить ваши скучные РП-сервера. Ну, мне нравится, я сам сейчас уже от PvP от всего. Иногда просто СТ там встал и писал в предыдущем видео. Только под номер интернет 2. Ну надо же иногда так взбодрить и ребяткам весело, не? Никто не запомнил, самое главное. Потому что я владел конфликтом, я умею это делать. 20 лет все-таки играю в ДНДРПГ игры. Вот это и 20 лет уже игре. В 2002 году вышло, вот сейчас какой. Вообще 22 скоро будет. Ну ладно. Побаловались немножко и хватит. В следующий раз буду заходить своими игровыми чарами. Игровыми чарами. Это даже не игрой, специально зашел там. Где он? Чаром, где он? Вот, я повесил. Любовь играет. Ну, потом. Где он? Кем он играл? Это Флэнк, он за пятый уже играл. А то первый раз, когда там побаловался. А, кстати, какой класс-то там? Кстати, теперь обновления вышли. Нашел синк надо, нет, это 2000, это с обновлением. Раньше бы не было синка, не нужно обновление. Что теперь синк, это сам в том числе скачек на полный файл, какие-то новые обновления вышли. Раньше они не использовали синк. Программы были обновлены. Да, прям гном. А, дроу. Дроу здесь есть. Да, да, потому что тут есть вергар, прям. Вергар. Значит, это дроу есть. Где? Ладно, может посмотрим. Где дроу? Из-под земли. Из-под земли я начинал. Я помню. Там искал когда-то. Вот она, дроу даже есть. И ничего, здесь и станции есть. Охренеть, тут то же самое все есть. Что и на интернете 2 в цели. Андердарк, поверхность. Охренеть, я и забыл уже. Ну ладно. Это прикольно. Ух! Люблю это все. Мир для НДРПГ. Бесконечно. Все, до свидания. С вами был Эдплюс. Веселье я немножко принес в ДНДРПГ. Это у меня и помнят этого сука. Чего нет на интернет, сука. Игорь Петрович умеет делать весело. Оставлять свой след. Либо он не прошел в реальной жизни. Либо не появился. Устать меня не забыть. Ну ладно, всем спасибо за внимание. С вами был Игорь Петрович. Своеобразный, непредсказуемый. Иногда балуюсь. Любой, скучно, но очень редко. Мне так это нравится тоже теперь. Социальный РП-сервер, где можно просто отдохнуть, получить эстетическое удовольствие. Поэрпить, отыграть роль персонажа. А так это чревато то, что я сейчас сделал на видео. Могут забанить. Вот тебе влепили
А я делаю это раз в полгода где-то. Потом снова все забывают, у меня новые игроки, возможно. Тут их наш много играет, сами видите, 50. Забывают никнейм, все, аккаунт. И снова опять же первым предом. Предупреждением я имею в виду. И все еще не забанили. Я за это бан буду пить, может тут нельзя без причины. Он написал, ты нападаешь на людей, но риасон, это значит без причины. Вот именно, не без РП, без ничего. Ладно, что никто не улетел в фугу, мне бы этого не простили. Ну не убил я никого, и меня не убили. И не забанили. Демов рядом не было. А возможно, иногда, да, будьте внимательны, демы прячутся под обычными игроками, чтобы следить за обычными игроками, следить, как они соблюдают правила того или иного сервера. Будьте всегда внимательны. И не делайте нарушающих постов, чтобы не жалеть, потому что серверов и так мало осталось. Игры старые. Густо населенных игроками. Мало серверов стало, буду честен. Поэтому правила приходится соблюдать. Я раз побаловался, я извинился. Я сказал, что я новичок, я отмазался. Это умело так. Мастерство не пропьешь. Этим я отмазался. Но если часто так делать, это не пройдет. Если кто-то вспомнит мой аккаунт. Тоже не пройдет такая фишка. Ты не новичок, скажешь, что врешь-то? Тогда бан летит, понимаете? Но надо соображать просто башку. Я это делаю редко вот такие. Редко, но метко, как говорится. Сейчас скучно стало, увидел кучу игроков. Решил много поднять себе на вечер, настроение по вечеру. У меня это, не знаю, как получилось, 50 на 50. Ну, так, как получилось, все. Всем спасибо за внимание, с вами был Вольтрюч. А вообще думайте. Кстати, это ДНДРПГ игра, это конструктор, говорю, тут надо думать. Это для умных взрослых людей. Потому что билды, все тут надо. Тут есть тулсет, где можно создавать свои сервера, но надо знать скриптинг, да, на большую команду, я уже говорил, разработчиков, инициативных людей, трудоголиков, чтобы создавать свои сервера, чтобы поддерживать, обновлять постоянно. Кто-то должен форумом заниматься, я уже говорил, кто-то на сервере создавать, обновлять, делать им карты, там, скрипты и так далее. Это нужна большая команда. Ну ладно, сегодня две игры посетил, ДНДРПГ игры. Neverland Nights 2002 и Neverland Nights 2006. Что мы... Все. Всем еще раз спасибо за внимание, до свидания. Было короче. Играйте в ДНДРПГ, это бесконечность. Это сложный конструктор, бесконечная площадка для творчества, полета фантазии, реализации задуманного и так далее. И это битва умов, интеллектов. Здесь на каждый твой билд найдется еще антибилд, на каждый умный, думает идеальный, найдется еще антиидеальный, еще более умный человек и так далее. Билд, антибилд. Здесь это бесконечность. Потому что миллиарды классов, миллиарды спеллов, заклинаний, умений, навыков, и это все комбинируется в одном билде для 3-4 классов. Классов миллиарды, бесконечность, раз класс навыков, умений, это просто бесконечно сложно. Это даже не для малолеток игра, а только для умных, взрослых людей, потому что для малолеток это будет сложно. А мне вот лично, чем сложнее, тем интереснее тут. Меня это наоборот интересует больше, например, сложность игра. Конструктор, вот этот сложный механик, вот он с этим, ДНДРПГ игр. Если мне это очень понравилось, потому что я в возрасте человек. Мне за 30, скоро 40 лет. И посвятил там всю свою жизнь. Более 20 лет ДНДРПГ игр. Я до сих пор еще не все знаю. Изучаю, продолжаю все это опыт. И нужно время на это. Ограничивается все это своими знаниями того или иного человека. И практикой, опытом. Ох, это музыка, ностальгия. Кстати, меня, надеюсь, было слышно, то есть это на 50%, я обычно не меньше 40 делаю, не больше 40 делаю, чтобы меня было слышно. Блин, извиняюсь, если меня не было слышно. Я старался говорить громче, хотя уже на ночь время. Надеюсь, меня было слышно. Извиняюсь, если меня не было слышно из-за музыки.